Здравствуйте, с вами Романов Сергей. Сегодня мы с вами продолжим строить примитивы. Следующая группа – это расширенные или усложненные примитивы. Найти их можно точно так же в главном меню, свиток «Создать», «Extended примитив», то есть усложненные примитивы, расширенные. Нажав любой из них, мы неизбежно попадаем в командную панель. В ней точно так же можно их было найти, создать геометрии и свитки, расширенные примитивы. Здесь в данном случае мы видим уже знакомые примитивы, то есть это тор, это цилиндр, это бокс. Ну, начнем с бокса. Так, перспективный вид, переключаемся в полноэкранный режим, если не забыли, Alt-W, и построим этот бокс. Мы видим, что он приобрел еще один параметр, это фасочка. Давайте построим ее. Устроится он точно так же, только после фиксации мы еще ведем с нажатой кнопочкой и снимаем фаску. Дальше идет цилиндр с фаской, точно так же, как обычный цилиндр, после фиксации снимаем еще фаску. Далее что идет? Тор, торовая поверхность. Ну, видим, что тот же самый тор, только завязанный на узел. Далее идет Alt-Tank, это цистерна, Alt-масло, нефть. И снимаем также фасочку. Капсула. Ну, это все знают, таблетки пьют. Шпиндель. Это же технический элемент из машиностроения. Так, далее идет здесь L-экстентон. Это обыкновенный угольник. Дальше идет C-форма. В данном случае это швеллер. Гендон – это граненая призма. И еще фасочка снимается. То есть в данном случае здесь настраивается количество граней еще. Это ring wave. Это кольцевая волна, ну это плоская фигура. Хоза — это шланг, гофрированный шланг. И призма. Тут можно вольеровать. Трехгранная призма. Так, и еще мы не разобрали еще один предметик. Это хадр, это от греческого слова грань, то есть это какой-то граненый объект. Строится он в одно касание, имеет один параметр всего лишь радиус и куча настроек. Ну, сейчас внимательно посмотрим, это довольно-таки интересный предмет. Поиграть можно с верхними настройками. То есть меняет вплоть до какого-то кристалла. Звезда 1, звезда 2, старт. А тут идут настройки звезды. Объем даже звезды. Ну, это ничего сложного, вы сами посмотрите. Вернем первоисходное состояние. Так, отъедем. Ну вот, построили все вот эти примитивы. Ничего сложного нету. Другой вопрос, насколько это вам пригодится. Сразу скажу, что половина я даже не использовал в работе сам. Ну, на этом разрешите закончить. До встречи.